В Шымкенте состоялся международный форум «Арманда». Это площадка для здоровых дискуссий на актуальные темы, волнующие казахстанское общество. Масштабное мероприятие пройдет в 17 городах страны. Самые актуальные вопросы сегодня обсуждали на международном форуме «Арманда» в Шымкенте. Площадка объединила общественных деятелей, меценатов и неравнодушных казахстанцев. Они поднимали темы семейных ценностей, здоровья, воспитания детей, духовного развития и становления личности. Цель проекта – ответить на многие накопившиеся вопросы в связи с тем, что сейчас в мире творится, не только в мире, в нашей стране, в геополитике, даже в личных каких-то, то есть вопросах семьи. Вот Арман Давлетьяров поднимает вопросы семьи, воспитания и бизнеса. Нурлан Имам отвечает на все религиозные вопросы. Ляйла Султангазова в основе своей отвечает на вопросы дети и семья. Спикеры форума напрямую общались со зрителями. Больше всего молодых жителей города интересовали советы по развитию своего бизнеса. Также поднимались вопросы о роли женщины в обществе, о том, как создать гармоничную семью и прожить жизнь счастливо. Тема моего выступления – это стратегия счастливой жизни. Я как раз и говорю про ценности семейные, наши традиции, отношение к своим корням, насколько важно сохранить свою культуру, насколько важно знать историю своего народа. Форум запланирован в 17 городах Казахстана. Участники также в рамках проекта посетят детские дома, дома престарелых и другие социальные учреждения. Проведут встречи со студентами и малообеспеченными семьями. Анастасия Новикова, Дурнабзиев, Абзал Туребеков, Информбюро Шымкент.